хотел сказать, с Пасхой Господней, но уже, к сожалению, с отданием этого великого праздника, с отданием Воскресения Христова и Пасхи Господней. Поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры. Казалось бы, должно быть такое праздничное приветствие, но праздник такой немного и скорбный в том смысле, что мы уже прощаемся с воскресением, с праздником воскресения нашего Спасителя. Но самое главное, мы не прощаемся с нашим воскресшим Христом. Мы не прощаемся ни в коем случае с Ним, потому что мы знаем, что Господь для того и пришел и воскрес, чтобы быть вместе с нами всегда, чтобы быть вместе с нами постоянно во все дни жизни нашей земной. Завтрашний день уже мы будем праздновать праздник Вознесения нашего Спасителя, и мы можем только лишь представить то состояние, в котором ныне пребывали апостолы Христовы, жены мироносицы, когда они знали, что Господь уже вынужден будет покинуть землю и отлучиться от них на небеса. Конечно же, мы, подобно им, переживаем это самое состояние в сегодняшний день. Мы переживаем то, что Господь отлучается от нас, но отлучается для того, чтобы приготовить каждому из нас обители у Отца Своего Небесного. Поэтому не должно быть ни в коем случае никакой скорби, никакой печали, а одна лишь радость, потому что Господь для нас, для всех уже воскрес. Господь уже сотворил величайшее благо ради каждого из нас. И мы, слава Тебе, Господи, благодарим нашего воскресшего Спасителя за ту милость, которую Он сотворил каждому из нас. То, что Он уже воскрес, был вознесен и, самое главное, приготовил для каждого из нас в обители Отца Своего Небесного место, которое уготовано нам после жизни нашей временной. Поэтому наша задача, самое главное, провести жизнь земную так, чтобы быть достойными наследниками Царства Небесного и того самого места, которое нам уготовил наш воскресший Христос. Христос воскресе!